У меня такое впечатление, что вот особенно в европейских странах касается, это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике. Но время пришло, пора, наконец, сделать определенные выводы.